Уральских почтальонов вооружат отпугивателями собак. В региональном отделении Почты России решили защищать своих сотрудников с помощью ультразвуковых приборов. Раньше разносчики корреспонденции могли спасаться от нападений четвероногих только бегством. Как сообщили в ведомстве, нежелательные встречи с собаками у почтальонов происходят в основном в частном секторе. У большинства домов отсутствуют почтовые ящики и звонки на воротах и калитках, из-за чего почтальону приходится заходить во двор, а многие хозяева не держат собак на привязи. Кроме того, ситуацию осложняют стаи бродячих животных. В ближайшее время Свердловское отделение Почты России планирует приобрести порядка 1000 ультразвуковых устройств для отпугивания собак с дальностью воздействия до 10 метров. Приборы для животных абсолютно безвредны, добавляют ведомство.